Новостями культуры в студии телеканала 24 KZ Алтынай Нугербек. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Новую гамму эмоций смогли ощутить жители и гости столицы. Здесь состоялось неординарное культурное мероприятие, которое посетил наш корреспондент. Удивительная история для самых маленьких зрителей. Мангустаусский областной театр кукол представил столице один из лучших спектаклей из собственного репертуара. «Сдобная Лиза. Настоящая кошка». Добрая сказка о приключениях новоиспеченной кошки привела ребят в неописуемый восторг. Постановка создана по мотивам произведения Виктора Лунина. На сцене Актауского театра ее поставила Надежда Насырова. Из нашего богатого репертуара мы выбрали один из самых любимых нашими маленькими зрителями спектаклей «Сдобная Лиза. Настоящая кошка». В центре сюжета «Сдобная Лиза» – кошка, созданная руками пекаря. В один прекрасный день она покидает родную булочную, чтобы доказать всем, что она настоящая кошка. И как только она оказывается за порогом родного дома, тут же сталкивается с разными приключениями и, конечно же, находит новых друзей. Спектакль полон ярких персонажей, которые надолго запоминаются маленьким любителям театрального искусства. Мангустаусский областной театр кукол города Актау существует уже 34 года. За это время репертуар театра пополнился 70 спектаклями на русском и казахском языках. Среди них есть как классические, так и национальные, современные постановки. В новом сезоне руководство театра планирует поставить 2 новых спектакля. Для их создания в театр приглашают именитого Серика Макулбекова, режиссера из Алматы. О самых важных событиях в мире культуры и искусства за рубежом вы узнаете из нашей рубрики «Дайджест событий». Знаменитый кинокомпозитор Александр Деспла возглавит жюри основного конкурса 71-го международного венецианского кинофестиваля. Это первый случай в истории киноиндустрии, когда жюри возглавит не режиссер, сценарист или продюсер, а композитор. Деспла является не только одним из величайших современных кинокомпозиторов, но и выдающимся киноманом, чье экстраординарное художественное чутье поддерживается глубоким знанием кино, его истории и его языка. Деспла – шестикратный номинант премии «Оскар», лауреат «Золотого глобуса», премии «Грэмми» и Британской киноакадемии за музыку к фильму «Король говорит». Он сотрудничал с такими режиссерами, как Стивен Фрис, Роман Полански, Теренс Малик, Том Хупер, Кэтрин Бигелоу, Дэвид Финчер, Джордж Клуни, Энн Кли и Бен Аффлек. 71-й международный венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. Главной наградой киносмотра является «Золотой лев». В заключение выпуска афиша культурных событий Казахстана на завтра. Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева отметится выставкой «Ступени». Алматинская арт-галерея «Вернисаж» устроит показ экспозиции «Кем восхищаемся, кого любим». Здесь же продолжается персональная выставка живописи Рашита Зубарева. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это была программа «Новости культуры». Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся!